Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости страницы. Сегодня я прочту вам с удовольствием небольшой отрывок из произведения Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Статья называется «О зависти». Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжести, вы ему завидуете? А если гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с вышки в воду? Начните перечислять все то, что знаете и чему можно позавидовать. Вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности, жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре «холодно-тепло, еще теплее, горячо обжегся». На последнем вы нашли завязанным глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот тоже и завистью. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Теперь вы поймете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти. Развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем вас мире. Будьте самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете, значит, не нашли себя.